это путь длиной в 19 лет. Тот, кто запустил этот проект, тот, кто был первым его инициатором, основоположником и главным двигателем этого проекта, директор института Алексей Нарарович Тесакян, он этот проект представил на огромной международной конференции, несколько тысяч человек. Я думаю, что это можно считать официальным стартом проекта, 2006 год. Спустя 3 года Комитет полномочных представителей утвердил проект на бумаге, концепцию проекта и сказал нам: делайте. В 2016 году мы забили первую сваю в основании этого комплекса, и это можно считать уже стартом официальным сооружения проекта. Ну и вот за 9 лет проект уже состоялся. Эмоции самые хорошие, как всегда, когда ты заходишь на вершину, ты видишь следующее. Процесс создания завершается. It is impressive. We've been working for so many years trying to get this put together. The technology involved is impressive. That every little detail has been taken care of. Главная пультовая. Доложите, пожалуйста, о готовности всех систем комплекса к началу сеанса. Все системы готовы к началу сеанса. Главная пультовая, дайте пучок комплексника. Пучок ионов от 6-й зарядности открыт. Ток пучка порядка 300 микроампер. Первый сеанс на комплексе Ника начат. Радости и времени праздновать нет. Мы уже думаем о следующей вершине, на которых еще не бывали. Это момент, конечно, исторический, и, конечно, все участники этого процесса, все участники проекта Ника испытывают, ну, очень глубокие чувства удовлетворения. It's amazing in many respects. It's very impressive, it's very important. It involves basic science, which is, of course, the cornerstone for every development, but it also involves technology. Конечно, все ждем физических данных, первых физических экспериментов, получать те данные, которые будут недоступны в других мировых центрах. And so the things are moving forward, and they are actually we're getting ready to finally do the physics that we strive to do for so many years. Ожидание совершенно новой жизни, жизни, наполненной яркими, интересными результатами. The country is going to profit a lot. And it's going to do it for many years to come. So it's actually rather good. То, что когда-то было большим коллективом разработано, предложено, что это работает так, как мы планировали. Я надеюсь, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле-августе. В